300 лет назад императрица демонов вызвала хаос в мире смертных. Клан Морского Дракона и дворец Кунлунь объединились, чтобы запечатать злой дух во мне. Но он обратился против меня. К счастью, мастер дворца пожертвовал собой, чтобы спасти меня. И в итоге стал затворником в мире смертных. Меня зовут Таро. Я третья принцесса клана Морского Дракона. 300 лет. Я искала реинкарнацию молодого мастера дворца. Наконец-то встретила Ван Шена. Смелая лисица, питаешься сердцами людей, небеса покарают тебя. Сдавайся! Дорогие даосы, вы знали, что я сегодня умру. И воспользовались ситуацией? Что за вздор? Взять ее! Хочешь меня? Ты готов отдать мне свое сердце? Клан Морского Дракона и дворец Кунлунь сговорились? Не боишься опозорить свою репутацию принцессы Восточного моря? Замолчи. Сестрица Аро, я помогу тебе. Сяомань, ты в порядке? Аро, отдай духовный лист Сяомань. Позволь ей исполнить желаемое и стать человеком. Ты сговорился с ней, чтобы обмануть меня? Он сам этого захотел. Сяомань, я сделал все, что обещал тебе. Ты обещала... Человек и демон. В чем же все-таки разница? Сяомань... Если ты оставишь духовный лист, тогда, возможно, я... сохраню тебе жизнь. Ты не получишь духовный лист. Стать человеком только в мечтах.
пожирающая формация. Ты с ней не справишься. Хочешь умереть со мной? Три года спустя. Остров Фанху. Дух бамбука. Отдай мне. Какого черта? Как ты смеешь забирать мой бамбуковый дух? Мелкий муравей. Какой же ты невежественный. Ты кто? Бабушка. Ты бабушка? А чего так ругаешься? Верни. Это мое. С чего бы? Я его нашел. Ищешь смерти? Аро? Говорила, зови меня женушкой. Осторожно. Аро? Духовный лист? Отчет! Наследный принц, на острове Фанху беспорядки. Похоже, это сила духовного листа. Третья принцесса все еще жива. Должны ли мы доложить королю драконов? Болтун! Ну, ваше, отпинайте его! Ваше высочество! Дорогой. Аро, ты проснулась? Дорогой, раньше ты был мастером дворца. Ты пожертвовал собой, чтобы спасти меня, и пал в мир смертных. В этой жизни я защищу тебя. Бабушка, ты знаешь, чтобы получить этот фрукт, мне пришлось очень постараться. Боже, помоги нам. Надеюсь, на этот раз я смогу вылечить твои глаза. Обязательно. Не волнуйся, бабушка. Этот фрукт волшебный. Ты увидишь восход и закат солнца, как распускаются и увядают цветы. Мы друг другу не родные. Когда мне было 6, если бы не твоя каша, я бы не выжил. Снова ты об этом. Бабушка, съешь фрукт и отдохни. Хорошо, я съем. Дорогой, чтобы добыть этот фрукт, мне пришлось использовать духовный лист. Демоны и дворец обязательно нас найдут. Я виноват, что втянул тебя. Дорогой. Я ничего не боюсь. Лишь хочу всегда быть с тобой и никогда не разлучаться. Я буду защищать тебя. Не реви. Сестра, больно. Тут посторонний, оставь мне достоинство.
Не можешь и 3 дня провести без боя? Как смеешь бить моего мужа? Ты встретила его и все эти годы пряталась от отца. Это же... Иди сюда. Послушай, пойдем, скорее. Ты не сможешь скрыть, что притворилась мертвой. Демоны и клан дракона ищут тебя повсюду. А отец знает? Он еще не знает. Но ты использовала духовный лист. Разве сможешь сохранить такое в тайне? Убив демона-лисицу, я притворилась мертвой, чтобы быть с ним. Ладно, я помогу. Тебе с отцом. Но мы должны найти другое решение. Можно попросить наставника, он тоже ищет тебя повсюду. Слушай, у старика своеобразный характер. Не знаю, поможет ли он. Наставник любит тебя больше всех, он обязательно поможет. Дорогой! Сестра, я тебя не вижу и не могу тебя догнать, а раз так, я не буду тебя преследовать. Демоненку из клана Лис действительно не хватает воспитания. Я работаю на императрицу демонов, если тронешь... Совпадение? А я ищу императрицу демонов. Императрицу демонов. Поднимитесь. Докладываю, мы приготовили особый подарок для императрицы. А он красавчик. Ну что насчет твоего сердца? Его лучше потушить? Или приготовить на пару? Оно невкусное. Дорогой. Я здесь, не бойся. Третья принцесса пришла. Я соскучилась по тебе за эти 3 года. Зато я не скучала. Зачем тебе мой муж? Мне тоже нравится твой муженек. Так что же нам делать? Схватить их. Используем Ваншена, чтобы третья принцесса сразилась с императрицей. И воспользуемся ситуацией. Отличный план. Давайте вместе избавимся от императрицы. Чего вы ждете? Ваншен!
Дорогой. 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 Наставник. Уходите. Вэньяо. Во дворце дракона тебе что, было скучно? И ты решил навестить меня? Это не твое дело. Ходят слухи, что ученик Кунлунь вступил со мной в сговор, чтобы убить дочь короля драконов. Король драконов там встревожен, а принцесса жива и здорова. Скрывается, чтобы не объясняться. Оказывается, она влюбилась в смертного. Вот почему исчезла, притворившись мертвой. Послушай меня. Если об этом кто узнает, у тебя, боюсь, наступят совсем нелегкие дни. Я пошел. Аро, умереть хочешь? Аро, не делай этого, Аро! Послушай наставника, ты не можешь! Духовный лис. Аро! Может сделать демонов бессмертными. И может воскрешать людей. Это единственный способ спасти его. Аро! 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 Зачем ты так? Лис подавлял бывшую императрицу демона в твоем теле. Она была с тобой 300 лет. И питалась твоей бессмертной силой. Без духовного листа. Как ты подавишь ее? Наставник, сколько мне осталось? Максимум 7 дней. И императрица демонов полностью захватит твое тело. Последствия невообразимы. Не волнуйтесь. До того, как она сломает печать, я умру вместе с ней. Глупая, почему ты такая упрямая? У меня есть одна просьба. Я надеюсь, что он будет жить счастливо, как и прежде. Пожалуйста, сотри ему память. Все, что связано со мной. Ничего не оставляй. Аро, я тебе уже говорил. Пусть даже он дважды спас тебя. Но все это было предначертано. Почему ты так поступаешь? Пожалуйста, наставник. Аро! Я слышал ваш разговор. Раз Аро хочет, чтобы я забыл, я послушаюсь ее. Прошло несколько часов, а я опять голодна. Как это печально. Скоро нам больше не придется есть сердца. Можно действовать по плану. Третья принцесса подарила Ван Шэна духовный лист. Нам просто нужно вырвать сердце Ван Шэна. Получив духовный лист, вы сможете стать бессмертной. Я не знаю, какова любовь на вкус. Она готова умереть ни за что.
Не ожидал, что смогу в своей жизни еще раз увидеть императрицу демонов. Скучно. Даже это вино пахнет не так ароматно, как 300 лет назад. Попутно ветром под солнцем и луной. Пьяный утоляет жажду гор и рек. Звук земли просветляет вселенную. Держит меч, чтобы сразить демонов. В одиночестве пить не весело. Давай, составлю компанию. Вэньяо. Давай заключим сделку. Неинтересно. Я же только пробудилась. Не могу с тобой бороться. Но спустя 7 дней это тело станет моим. И сила вернется. Тогда... Аро! 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 Ты в порядке? Как я сюда попала? Как попала, говоришь? Разве не знаешь, что сделала? Почему я так быстро потеряла контроль? Давай-ка, я лучше убью Ван Шена. Наставник, прошу, больше так не говорите. Вы хоть думали о моих чувствах? Думал. Тогда почему так говорите? Потому что ты никогда не думаешь о моих чувствах. Дорогой. Ван Шен. Ван Шен. Холодно. Все хорошо. Как жарко. Ван Шен. Ты лишь на время ее защитишь. Но это не может долго продолжаться. Наставник! Наставник, здесь нельзя оставаться. Боюсь, Ван Шен не выдержит удара лисы. Уходим. Не волнуйся об этом. Духовный лист Ван Шена они забрать не смогут. Но... Пусть она и не может забрать лист, но она может лишить его жизни. Тогда ничего не поделать. Ван Шен обычный человек.
Даже если его не убьет лисица, ему будет трудно контролировать лис. Когда энергия просочится, это привлечет больше демонов. Наставник. Не проси. Примите его в ученики. Давай, давай, садись, садись. Думаю, вам не суждено быть вместе. Расстанься с ним. У тебя своя судьба, у него своя. У меня также своя судьба. Просишь взять его в ученики? Нет уж. Наставник. Тебе лучше побеспокоиться о себе. Через несколько дней ты навсегда исчезнешь. Ты пробудилась? Не волнуйся. У меня есть способ справиться с тобой. После битвы с Ваньяо, ты все еще здорова? Вы планировали это годами. И дождаться не могли сегодняшнего дня. Запоздали. Если бы Ваньяо не появился из ниоткуда в тот день, ты бы уже давно была мертва. Так ты тоже хочешь стать императором демонов? Тебе не нужно беспокоиться об этом. Сяофан. Плохо. Это запретная техника призрака Гу. Оказывается, ты... Вы думаете, меня действительно волнует положение императрицы демонов? У меня нет намерения лишать вас жизни. Вы еще... Мне пригодитесь. Помогите мне достичь моей цели, и я сниму с вас заклятие. И отдам свое положение императрице. Что вы хотите, чтобы мы сделали? Проснулся? Кто ты? И где я? Да... Господин, не бойтесь. Это ваш дом. Мой дом? Вы потеряли память. И госпожа отправилась за лекарем. Яро, ваша жена наняла меня присмотреть за вами. Жена? Я не помню, чтобы у меня... Госпожа сказала, что вас связала судьба. Вы спасли ее раньше. Но я... Ничего. Рано или поздно вы вспомните. Вы голодны? Я что-нибудь приготовлю. Аро, если бы я мог продолжать смотреть на тебя вот так и не оставлять тебя до самой старости, это было бы чудесно. Бабушка.
Напугали меня. Я принесла поесть. Посмотрите на себя. Вы вспотели. Похоже, этот духовный лист может извлечь только третья принцесса. Но ей недолго осталось жить. Если злой дух поглотит ее, у нас уже не будет шанса. Сяофан, не спускай с них глаз. Сдерживайся. Ну же. Дорогой. Что с тобой, Ару? Я твоя жена. Ты же сказала, моя жена пошла за лекарем. Я проверяла тебя. Будешь ли мне верен в мое отсутствие? Ару, что с тобой? Что с тобой, Ару? Дорогой. Ару! Аро! Аро! Отойди! Ее время на исходе. Ну что? Он действительно сильный. Мне трудно подойти к Ван Шэну в его присутствии. Однако, я кое-что узнала. Говори. Ван Шэн потерял память из-за перерождения. И его настоящая жена? Сообщи князьям-демонам. Да, господин, если бы я солгала вам... Зачем тебе мне врать? Ты единственная, кому я доверяю с тех пор, как потерял память. Ничего, если соврешь.
Аро, каким человеком я был раньше? Вы очень добрый, честный и вдумчивый. Иногда очень забавный. Дорогой! Осторожно! Ван Шен! Аро! Дорогой, спаси меня! Красавица, повинуйся мне! У меня уже есть муж! Я умру, но не выйду за тебя! Вернись со мной! Со мной ты не будешь страдать! Дорогой, наконец-то я встретила тебя. Лисица, вы опознались? Дорогой, недавно я ушла на поиски лекаря. Не ожидала, что меня похитит этот генерал. Он заставил меня выйти за него. Ты же не забыл меня, верно? Аро только что забрали, и появилась она. Кажется, Аро у нее в руках. Нужно схитрить. Кстати... Забыла, что ты ничего не помнишь. Я попросила Аро позаботиться о тебе. Все эти дни она была внимательна к тебе. Ты знаешь, что я потерял память? И знаешь Аро? Похоже, ты и правда моя жена. Аро! Я спасу тебя! Осторожно! Наставник! Но вы, ребята, и наглые. Знаете, к чему приведет оскорбление Дворца Морского Дракона? Разве мы боимся кого-то? Даже если весь мир наш враг, что вас с тобой? Вас только четверо. Пожирающая формация? Откуда вы о ней знаете? Императрица демонов приготовила ее для старика. Наставник, любой, кто попадет в эту формацию, лишится жизни. Мы попали в ловушку лисицы. Наставник! Наставник! На все воля судьбы. Сохрани
эту пилюлю. Из 7 дней осталось всего 2. Она может временно подавить злого духа. Наставник! 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 Наставник, в следующей жизни я отплачу вам. Дорогой, я больше никогда тебя не оставлю. Буду всегда с тобой. Хорошо. Мне нужно время, чтобы привыкнуть. Сначала я отнесу тебя домой. Господин. Эро, ты в порядке? Пойдемте, нам нужно уходить. Эро, твоя рука. Не волнуйтесь, мы поговорим об этом потом. Дорогой, куда ты? Эро, моя жена вернулась. Ты рада? Рада. Эро, все эти дни ты заботилась о моем муже ради меня. Я думаю, Вэнья уже умер. Кто защитит тебя? Я была счастлива встретить Ваншена. Если хочешь, чтобы он жил, тебе придется меня слушаться. Дорогой. Кажется, наставник вернулся к своим тренировкам. Верно, Эро? Значит, наставник вернулся на гору? Неудивительно, что Эро недовольна. Я проверю, как она. Это пилюля, которую Вэньяо оставил третьей принцессе. Почему он всегда думал о ней? Только... Жаль Ваншена. Вы правда хотите быть госпожой Ван?
Такая возможность выпадает раз в жизни. Не будьте глупой. Иначе все будет напрасно. Не говори ничего. У меня свои планы. Дорогой, тебе пора отдыхать. Мой дорогой муж сегодня довольно сдержанный. Дорогой, я принцесса клана Морского Дракона. Зови меня Аро. И я твоя суженая. Если в прошлой жизни не суждено быть вместе, то желаю быть вместе в следующей. Не поймаешь, не Ваньяо такой скупой. Почему дал тебе только одну пилюлю? Давай заключим сделку. Это тело будет твоим. Но ты кое-что сделаешь для меня. Теперь все изменилось, не так ли? Это тело сейчас разве не мое? Не боишься, что я заберу его обратно? С твоей нынешней силой это... Раз уж я тебя запечатала, найду способ исправиться. А если буду бессильна, то просто уничтожу это тело. И ты рассеешься вместе с ним. Какая сделка? Кто ты? Прошу тебя об одолжении. Интересно. Говори. Забери свою жизнь. Легенда гласит, что в теле третьей принцессы запечатан дух бывшей императрицы демонов. Это ты? Поскольку духовного листа в нем нет, ты можешь забрать это тело. Зачем пришла меня беспокоить?
Этого недостаточно. У меня с ней договор. Я обещала исполнить ее последнее желание. Просто убить тебя. Почему бы тебе не сотрудничать со мной? Ты используешь это тело и вытащишь духовный лист из Ваншена. Отдашь его мне, а я верну тебе твой трон, дурочка. Я убью тебя. Трон императрицы демонов так и так мой. Кто ты такая, чтобы заключать со мной сделки? Тогда бессмысленно держать тебя рядом. Скормила. Это то, что оставил тебе Ваньяо. Я поменяла твою пилюлю. Эта пилюля может подавлять злого духа. Но также она сделает твое тело и разум хрупкими. Таким сокровищем. Как я могу им не воспользоваться? Бабушка? 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 Бабушка, снова меня пугаешь. Ах ты, зайчонок. Кто учил тебя быть таким хитрым? Давай, бабушка, присядь. Садись. Сегодня я купил твою любимую жареную курицу. Очень вкусную. Как тебе нравится? А я-то думала, чем таким пахнет. Ароматная. Ароматная. Если выбирать, я предпочту тебя. Даже если ты станешь человеком, Кунлунь, Восточное море, даже демоны не отпустят тебя. Что ты задумала? Как страшно. Ты родилась, чтобы стать избранной. Тебя все любят. Как ты можешь понять, что я чувствую? Сердцебиение, слезы, любовь. У меня нет того, что есть у тебя. Тысячу лет. Я натягиваю на себя кожу, ни на день не расслабляясь. Лишь бы быть человеком. А ты жертвуешь собой. Используешь духовный лист, чтобы спасти Ваншена. А что же он сам? Он влюбился в меня? Невозможно. Ты сама это видела? Он называет меня своей женой. И в постели. Аккуратно снимал одежду. С меня. Он просто не помнит. Ты в это веришь? Тогда, может, спросишь его лично? Ваншен не такой. Все люди в мире несчастны. Кто сможет устоять перед соблазном? Ваншен. Просто обычный человек. Я не верю. Тогда тебе стоит попробовать.
Ты можешь встретить Ван Шена в моем облике. Скажи ему, что ты не его жена, и увидишь, как он к тебе отнесется. Если он тебя выгонит, ты победишь, и я сдамся. А если он останется с тобой, тогда я выиграю. И ты поможешь мне забрать его сердце. Я доверяю ему. Почему ты решил прийти ко мне сегодня? Боишься, что бабушка долго не проживет? Бабушка, что такое говоришь? Ты обязательно проживешь долгую жизнь. Долго проживу. Долго проживу. Супруга, я не видел тебя дома и понял, что ты здесь. Я не...
лисичка была права. Твой Ван Шен такой бессердечный. Он был околдован. Он... Даже сейчас продолжаешь обманывать себя. Ты любишь его до самого конца. Сделанного не воротишь. А что он? Будь ты в его сердце, все было бы совсем не так. Достаточно. Любовь такая грязная. Я бы на твоем месте убила бы его. Чтобы оправдать хоть что-то, что ты для него сделала. Давай, я помогу тебе. Очевидно, только когда ты умрешь, я смогу стать человеком. Осталось только вырвать сердце Ван Шена. Давайте убьем третью принцессу. Ваша мечта быть человеком может стать реальностью. Сейчас не время поступать глупо. Я ничего не хочу. Пока он жив. Даже если буду врагом трех миров, я буду защищать. Сяофан. Помнишь, как культивировала тысячи лет? Для чего? Сяофан. Я влюбился в Сяомань. Просто убей меня. Я слышал ваш разговор. Расора хочет, чтобы я забыл. Я послушаюсь.
Кто ты? И где я? Яро, ваша жена наняла меня присмотреть за вами. Я не помню, что у меня была жена. Но не волнуйтесь, наставник. Духовный лист принадлежит Аро. Я верну его ей. Пожалуйста, наставник. Позвольте мне побыть с ней еще несколько дней. После я сам верну ей духовный лист. Вы как дети, слишком своевольны. Аро подарила тебе духовный лист. Только она может забрать его. Наставник, я найду способ. Прошу, научите меня, как контролировать духовный лист. И пусть Аро будет спокойна. Давай заключим сделку. Сделку? Разыграй со мной спектакль. Аро! Моя жена вернулась? Ты не рада? Пусть Аро думает, что я влюблен в тебя. Чтобы она убила тебя и забрала духовный лист? Почему я должна тебе помогать? Даже если я не умру, ты не получишь духовный лист. У меня есть только один шанс. Оно того стоит? Я не... Ты хочешь меня убить? Ты готова пожертвовать собой ради смертного? Если в прошлой жизни не суждено быть вместе, то желаю быть вместе. Следующий. Я ждала тебя сотни лет, пока вновь не нашла тебя. Я притворилась мертвой после битвы с Сяоман. Скрывалась от Кунлуня и Восточного моря, только чтобы быть с тобой в этой жизни. Почему ты мне солгал? Все, что ты для нее делаешь, стоит оно того? Я умру ради того, чтобы Аро была в безопасности.
Чтобы добиться любви, зачем бояться смерти? Я хочу быть уткой-мандаринкой, а не завидовать бессмертным. Я не понимаю. Я в смятении. Я думала, демоны бессердечны и не могут любить. Не ожидала, что слезы такие горькие. Ты знаешь, если бы ты только захотел, я бы все отдала. Дорогой, я больше никогда не оставлю тебя. Буду всегда с тобой. Хорошо.满身寒露，数花期。